Привет, друзья! С наступающим вас Новым годом! Это видео для тех, у кого есть уже своя онлайн-школа, и вы хотите ее масштабировать и вывести на новый уровень. Друзья, спасибо большое, что вы так круто вовлеклись в прошлое видео. Сотни комментариев, сотни вопросов я все изучил, и в этом видео отвечу на самые часто задаваемые вопросы и приглашу вас на интерактивную встречу, где мы с Сергеем ответим более подробно на все остальные вопросы. В этом видео я хочу снять корону перед вами и обнажиться, и рассказать, что я долго был в ситуации, когда я делал ошибки, хотел большого результата и не понимал, что я делаю не так, и результат не приходил. У нас в школе Free Publicity всегда были крутые курсы. Мы в них сильно вкладывались и получали хорошие отзывы от клиентов. Все эти деньги уходили на расходы, на рекламу, на персонал, а прибыли не было. И я не понимал, что я делаю не так. Однажды я заживо убил свой любимый онлайн-курс по бегу. Я его провел дважды, и там было каждый раз по 20-25 человек, и выручка была около 150-200 тысяч рублей. Я понимал, что рынок бега огромный, и курс по бегу может быть интересен тысячам людей. И я старался сделать все возможное, чтобы масштабировать этот курс. И к третьему курсу я вложился в рекламу, сделал партнерскую рассылку. На вебинаре было 300 человек. В конце вебинара я сделал горячий оффер в течение 3 часов, минимальная цена. И никто не купил, вообще никто не купил. Я расстроился и в ночи сделал пост о том, что я собственноручно закрываю этот проект, что если он не нужен людям, то я не буду его делать и убиваться. И сейчас я понимаю, что несмотря на то, что это был реально классный курс, не только контентом, там была автоматизированная система тестирования бегуна и адаптации его тренировочного плана к его уровню. Мы делали видео разбор, видеоанализ бега. То есть тот, кто у нас тренировался, он пробегал, записывал на видео буквально фрагмент 10-15 секунд, и наши коучи разбирали углы наклона его рук, его коленей, его головы и туловища, и давали рекомендации. Мне было сложно это сделать, я не понимал, ну вот возможно я сложно как-то объяснял еще что-то, но я понимал, что в общем людям это не нужно. Я еще помню утром, когда я проснулся, я прочитал сообщения в комментариях под этим постом, и люди писали: зачем вы закрываете, я же хотел купить. Я думаю, какие странные люди, как они глупо действуют. Я им дал минимальную цену, нужно оплатить в течение 3 часов. Почему они не оплачивают? Я подумал, ну, как бы, проблема не мне, а если и во мне, то я уже не хочу разбираться, я уже сделал 3 попытки и не получилось. И курса до сих пор больше этого нет. И сейчас, с высоты своего опыта, я понимаю, что я сделал много ошибок. И в этом видео я объясню, как не делать те ошибки, которые мешают масштабированию. С другими курсами тоже было много разочарований. Мы какие-то тоже закрыли, какие-то, слава небесам, продолжали экспериментировать, развивать. И постепенно, шаг за шагом, сейчас мы стали крупнейшим игроком рынка онлайн-образования в России и СНГ. Раньше я наступал на грабли, набивал шишки и изобретал велосипед. Сейчас я точно знаю, что любую онлайн-школу можно масштабировать до 10 миллионов рублей в месяц, а некоторые из них до 50 и 80 миллионов рублей в месяц. Если у вас нет таких результатов, слушайте внимательно. Я подготовил 5 направлений для масштабирования вашей онлайн-школы. Что нужно сделать, чтобы начать расти и выйти на новый уровень? Возьмите ручку, блокнот и записывайте. Будет полезно. Первое направление – это вебинарные продажи. Хороший вебинар подогревает и продает. Мы благодаря нашим вебинарам зарабатываем десятки миллионов рублей ежемесячно. Что важно, это автовебинары, которые мы единожды записываем, и потом они крутятся на протяжении года и более, принося десятки миллионов рублей ежемесячно. При этом до 2016 года я делал вебинары по наитию, и я не знал, что есть целая индустрия, что все уже протестировано до меня, и есть формулы. И, естественно, я набивал шишки. И вот вам ответ, одна из ошибок, почему у меня не получилось с онлайн-школы по бегу. Потому что вебинар был не продающий, потому что там не было триггеров, потому что я не использовал формулы и изобретал велосипед. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас не получается, ищите формулы, ищите экспертизу, получайте обратную связь от профессионалов. Вы не убьете, как я, в зародыше свою школу, и будете продолжать, и сможете расти, потому что вебинарные продажи – лучшие продажи.
В этом видео я не буду рассказывать про формулы, я не буду рассказывать про последовательности, потому что об этом есть целые огромные курсы. Я хочу акцентировать здесь ваше внимание, почему мы выбираем вебинарные продажи, а не email цепочки, не video sales letter, то есть и не какие-то воронки с бесплатными уроками. Важно понимать, что эти вот трипвайерные еще воронки, они все на самом деле охлаждают. Если вы посмотрите, что происходит с вашей базой, сначала подписывается 100 человек, открывает письмо 50, потом все доходит на третье, пятое письмо к тому, что у вас открываемость 15-20%. Это охлаждение, а не подогрев. Вебинар же, если вы привлекаете людей, то на хороший вебинар с хорошими дожимными цепочками, чтобы люди дошли до вебинара, на вебинар приходит около 50 человек. Это люди, которые пришли, и ты хватаешь их внимание, ты с ними в диалоге, и ты их и подогреваешь, и продаешь одновременно. И если люди готовы сразу заплатить, то не нужно им предлагать эти трипвайеры с маленькими ценами. Позвольте им заплатить сразу максимальную цену. А потом можете продолжать использовать свои трипвайеры, цепочки подогревов и так далее. Потому что вебинар – это не только подогрев, это и сразу продажа. И сразу продажа той аудитории, которую вам удалось разогреть на вебинаре. Не нужно ее потом дальше продолжать греть, потому что она остынет. Получите деньги сразу, учитесь делать вебинары. Это крутой инструмент. Второе направление для масштабирования – это отдел продаж. Помните, хороший отдел продаж увеличивает вашу выручку в 2 раза минимум. То есть, если у вас нет отдела продаж, то вы недополучаете 50% денег, а это основная прибыль. Даже после плохого вебинара, если у вас есть хороший отдел продаж, то можно сделать хорошие продажи, потому что вебинар подогревает, а отдел продаж дожимает. Вот, смотрите, если возвращаться к моему курсу бега. Люди написали в комментариях, что они хотели купить, а я их не прозвонил, я их не дожал, я не спросил, почему они не купили, что я сделал не так, в чем был стопор. И если бы был отдел продаж, или если бы я сам сел на телефон, во-первых, бы я понял, в чем были ошибки мои на вебинаре, а во-вторых, я бы довел людей до продажи. Нужно звонить. Отдел продаж повышает ваши продажи в 2 раза. И это значит, что там основная прибыль. Вот вам несколько советов по построению вашего отдела продаж. В отделе продаж должна быть атмосфера линии фронта, передовой. Ребята у нас в отделе продаж, они работают в новогоднюю ночь, они выходят на работу 2 января, у них нету выходных, а у них постоянно цейтнот, постоянно движуха. Они понимают, что они работают в крутейшем центре страны, и они знают, что они могут зарабатывать существенно выше рынка, и они гребут, роют землю, они понимают, что они могут вырасти, и они могут пойти в другие отделы. И слушайте, вот вам 5 советов, 5 направлений для того, чтобы улучшить ваш отдел продаж. Первое, отдел продаж – это всегда роб. То есть это тот человек, который рулит. Вы не можете на себе все тянуть. Вам нужен тот, на кого можно опереться. И это роб. Важно понимать, ребят, что на рынке сложно найти роба. Роб хороший всегда пристроен, всегда при деле. Тем более, если вы только начинаете, вам сложно его обеспечить нагрузкой, и он будет для вас слишком дорог. Поэтому мы в своих онлайн-школах всегда растим у ропов с нуля. Сами с ними сидим, сами развиваемся и постепенно потом отпускаем, и они растут. Поэтому не надейтесь, что вы пойдете где-то схантите хорошего ропа. Скорее всего, вы схантите, даже если он работал ропом, какого-то среднячка, и вам все равно его нужно растить. Второе. Очень важно, чтобы в вашем отделе продаж были еженедельные циклы. Все привыкли жить ежемесячными циклами. Но, как помните, хороший студент живет весело от сессии до сессии, так и хороший продавец тоже. Если у него цикл месяц, то он 3 недели бьет баклуши, а в 4-ю неделю пытается закрыть все дыры, но уже поздно. И поэтому результат так себе. Сделайте, чтобы у него была передовая сессия каждую неделю, и тогда он будет рыть землю. Тогда у него не будет возможности 3 недели отдыхать, 4-ю вкалывать, чтобы потом еще 3 недели отдыхать. Он будет всегда работать на максимальном своем возможном уровне. Третья составляющая, которая помогла нам сильно вырасти, это тренировки продавцов и контроль. Важно сделать так, чтобы ваши продавцы понимали, что их контролируют, что их слушают. Но не для того, чтобы дать кренделей, а для того, чтобы обучить. Поэтому у нас есть групповые разборы, индивидуальное обучение. Мы слушаем и докручиваем каждого из продавцов, потому что это, ну, наш рабочий инструмент, который повышает нам прибыль. Когда мы у себя внедрили обучение и контроль продавцов, наши результаты выросли в 3 раза, а некоторые продавцы и вовсе, у них средний результат ежемесячный был по 700 тысяч рублей, а они начали приносить по 7 миллионов. Четвертая составляющая хорошего отдела продаж – это регламенты и процессы. У вас должны быть ежедневные, еженедельные планерки.
Ребята должны быть вовлечены, должны понимать, что происходит друг у друга. Они должны координировать свои действия между собой, с руководителем отдела продаж, со старшими менеджерами. А также важны бизнес-процессы в вашей CRM. Очень важно правильно настроить вашу CRM, чтобы ваш менеджер минимально тратил время на Excel, на отправку каких-то писем. Все, что можно автоматизировать. Всю непрофильную работу нужно снимать с продавцов, чтобы они не отвлекались, чтобы они звонили, продавали и приносили результат компании. Пятая важная составляющая крутого отдела продаж – это мотивация. Есть индивидуальная мотивация, процент от выручки, есть групповая мотивация, есть понедельные мотивации за выполнение плана, есть какие-то соревновательные бонусы внутри компании, команды, чтобы продавцы соревновались между собой, чтобы они говорили: «Я круче всех на этой неделе». Это очень круто, это очень воодушевляет продавцов. Хороший продавец – это внутри такой боец, борец и желающий быть первым. Ищите таких и смотрите, чтобы его мотивировали не столько деньги, сколько желание расти, преодолевать каждым месяцем, зарабатывать все больше и больше для компании и для себя тоже. Еще очень важно, чтобы мотивация в отделе продаж была очень простая и прозрачная, чтобы продавец понимал, как его действия связаны с деньгами в кассе, как деньги в кассе связаны с деньгами у него в кармане. И еще очень важно, чтобы ваши продавцы понимали, что они зарабатывают у вас в компании выше рынка. Тогда они не будут пытаться куда-то уходить, они будут всегда совершенствоваться, улучшаться, развиваться, брать себе младших ребят, взращивать их, получать от них тоже бонусы, потому что они их взрастили. И это понимание, что у вас зарплата выше рынка, удерживает их и заставляет их развиваться и все лучше окунаться в продукт и лучше его продавать. У нас 4 отдела продаж, в которых работает более 60 человек. Это такой спецназ. Мы поможем вам создать ваш крутейший отдел продаж или прокачать ваш существующий отдел продаж. Смотрите до конца и узнаете как. Третье направление для масштабирования вашей онлайн-школы – это лидогенерация, трафик и конверсия. После того, как у вас появился хороший вебинар и крутой отдел продаж, самое время жахнуть трафика и масштабироваться. Но важно понимать, что за все наше время создания онлайн-школ мы ни разу не получили хороший результат от агентств. Нам всегда приходится создавать свои отделы лидогенерации, брать молодых ребят, взращивать их и делать это in-house внутри себя. Отдел лидогенерации должен быть плотно интегрирован с отделом маркетинга. По сути, это один единый организм. Одни выдвигают гипотезу, упаковывают эту гипотезу, другие направляют трафик, третьи АБ-тестируют и анализируют результат. Друзья, я сейчас записываю это видео и не понимаю, понимаете ли вы меня. Скорее всего, у вас очень много вопросов. И я думаю, что нам нужно сделать онлайн-встречу, где мы с Сергеем ответим на эти все вопросы, и у нас будет интерактив. Сейчас я чуть ускорю, чтобы это видео не было скучным и долгим. Дам вам просто направление, мысли для раздумий, а с этими мыслями вы вернетесь к нам на вебинар, на эту онлайн-встречу, и мы с вами подробнее поговорим. Четвертое направление для масштабирования – это сам продукт. На более поздних этапах развития вашей онлайн-школы продукт становится самым важным инструментом для маркетинга. Если ваш продукт дает результат клиенту, то у клиента высокая лояльность. Лояльные клиенты возвращаются к вам за новыми покупками. Лояльным клиентам можно делать апсейлы. Лояльные клиенты помогают в сарафанных продажах. Очень важный инструмент продукта – это сообщество, когда люди учат людей, когда они дают обратную связь друг другу. Есть такое понятие – обучаться, обучаясь, когда люди обучают друг друга, пересказывают друг другу, вовлекаются. Еще в продукте очень важно, чтобы продукт приносил результат. Информация сейчас никому не нужна, поэтому всячески затачивайте, чтобы человек получал не только знания, но провоцируйте его на действие, заставляйте делать, чтобы у него был результат. То есть не просто учите его английскому языку, а поставьте с ним цель, чтобы он, благодаря тому, что он выучит английский язык, смог поднять свой уровень дохода на 25%. Не просто учите человека играть на гитаре, а поставьте с ним концерт, либо сделайте так, чтобы он поставил себе цель спеть любимой женщине серенаду под окном. И, наконец, пятое, финальное направление для масштабирования вашей онлайн-школы. Когда у вас есть хороший вебинар, когда вы умеете хорошо продавать, ваш отдел продаж работает как часы, как спецназ, когда вы научились работать с трафиком, когда у вас крутой продукт, вам нужно теперь это все систематизировать. Систематизировать так, что оно росло системно, постоянно, без аврала, без вашей постоянной вовлеченности в операционку. Вам нужно вытащить себя из операционки и начинать фокусироваться на большой картине, на контроле, на стратегии. И в этом помогает админ-технологии. Вам нужно понимать, что
ваши важные функции – это нанять правильных людей, расставить их на правильные места, дать им правильные KPI, дальше организовать правильную мотивацию им и контроль за этими KPI, чтобы мотивация постоянно росла и была взаимосвязь между KPI и мотивацией. Это целая наука. И, наконец, самое важное и самое главное – слушайте внимательно. С января наступающего года у нас в группе компании Accel появится 5 новых акселераторов. Каждый из этих акселераторов будет соответствовать направлению роста вашего бизнеса, где наша команда поможет вам упаковать ваш вебинар, поможет вам наполнить его триггерами, проведет по формулам, посмотрит, проконтролирует, даст куратора, даст эксперта, вывезет вас на вебинарный кэмп, где вы будете 7 дней сидеть и творить ваш вебинар. И в результате у вас получится крутой вебинар. И еще вы сделаете так, чтобы доходимость до вашего вебинара была 40-50%. В акселераторе отдела продаж мы поможем создать ваш отдел продаж с нуля, либо докрутить ваш существующий отдел продаж. Мы дадим вам шаблоны и скрипты. Мы дадим вам уроки для ваших продавцов. Мы дадим вам куратора, который будет контролировать и помогать вам наладить правильные отделы в вашем отделе продаж, чтобы был отдел у вас тренингов, чтобы был отдел у вас контроля, чтобы был отдел найма людей правильных и отбора в вашу команду привлечения, чтобы вы делали правильную мотивацию. В акселераторе трафика и конверсии мы поможем вам выстроить ваш отдел лидогенерации. Мы покажем, как это делают наши лидгенщики, как мы их управляем, как мы контролируем, как мы анализируем. Мы научим вас делать то же самое. Дадим вам таблицы, дадим вам правильные процедуры создания креативов, и у вас будет огненный отдел лидогенерации. В акселераторе продукта вы погрузитесь в педагогический дизайн. Вы начнете применять геймификацию для того, чтобы повысить результативность. В итоге вы создадите продукт, который нравится людям, который рекомендуют, и к вам будет захотеть возвращаться в новые курсы. Ядром сообщества станут ваши выпускники, которые будут помогать вам развивать продукт, будут помогать вашим клиентам расти. И они станут евангелистами вашего продукта. В акселераторе системности и управления мы поможем вам навести порядок в ваших делах. Выйти из хаоса, выйти из операционки и начать фокусироваться на росте и на стратегии. Вы научитесь правильно нанимать людей и будете тратить на это намного меньше времени. Вы зададите сотрудникам правильные цели, правильные KPI, наладите контроль, и у вас будет четкие правила игры и четкая мотивация. В акселераторе системности экспертом главным выступит Александр Высоцкий. Это топ-1 эксперт в мире по систематизации. Это человек, который помог сотням людей крупного и среднего бизнеса выйти из операционки и фокусироваться на стратегии на росте. Мы с Александром создали курс по системности бизнеса, именно специализированный для онлайн-школ. Обычно услуги Александра и курс Александра стоят от 1,5 миллиона рублей. У нас это будет, естественно, дешевле. И что важно, ребят, 5 акселераторов. Вы будете первыми, и вы получите возможность купить это в рамках новогодней распродажи. И у вас есть возможность стать нашими первыми клиентами у этих продуктов и вместе с нами их докручивать и развивать. И это бесценно, потому что у нас с вами будет более плотный контакт. Вы сами понимаете, что когда вы делаете впервые курс, вы туда глубже вовлечены, вы знаете лично всех студентов, поэтому воспользуйтесь шансом, тем более цена в новогоднюю распродажу будет минимальна. Итак, в новом году мы стартуем 5 новых акселераторов. Это акселератор вебинарных продаж, это акселератор построения отдела продаж, это акселератор трафика, конверсии и построения отдела лидогенерации, это акселератор продукта и педагогического дизайна и геймификации для ваших курсов, это акселератор систематизации и управления, потому как нанять правильную команду, как правильно простроить все процессы с командой, как их мотивировать. Если вас заинтересовали эти продукты, если вы хотите стать нашими первыми клиентами в этих продуктах и воспользоваться всеми преимуществами, которые они вам дают, и минимальными ценами, которые будут в новогодней распродаже, то под этим видео оставьте ваши контакты, мы с вами свяжемся и дадим все детали. И помните, количество мест ограничено, и на распродажу мы выделяем всего 2 дня. А также, ребята, ждите приглашения на онлайн-встречу, где мы в интерактивном режиме с Сергеем будем отвечать на все ваши вопросы и будем копать во все эти темы, которые я поднял в этом видео, глубже. До встречи!